раунд с ним про этот, ой, раунд, турнамент прошли. Ну он это, он англоговорящий. А мы сейчас что стоим? Турнамент. А турнамент это что? А, это как вот старые кэши это... забирать? Да. Видишь, они говорят не хп, а HP. Типа как этот, как Хелик Пакпорт, типа, принтер. Чего? Я вообще не поняла. Он говорит это, HP, HP, типа, не хп, мы же хп все привыкли, говорит, типа, у него хп, а он говорит HP. Хавы HP. Будь здоров. Нормально, все, контролим мы. Не показалось ли, кто-то дверь пытался открыть? Это просто шейдеры так мигнули. Не-не-не, там эти мины, не переживай. Ай, сзади! Бэк. Назад, говорит. Ебать, буду переводчик. Запрыгивай. Молодец, сейчас его нахуй отсюда. No, Mimi, no. Okay. Yes. Да, он шарит. Нас просветили. О, припрыгал сюда. Блин, не добила, Саш. Ничего, не беги. Снизу меня, мне. Не вижу его, где он? Let's go. Тупо потерялись, блин, в пальме. В пальме, да. А, вот слышал. Хай. Ого. Это что, я могу спокойно на русском тебе разговаривать, ура? Ну вообще да. Да ёшки, блин. А что вы мне сказали? А ты такой вначале хало, типа там английский так, ну средний. Да я вообще-то, я пытался хоть как. А я подругу зову, говорю, там англичанин, говорю, нормальный тип, короче, англичанин. Да слушай, даже по ломаному английскому можно было понять, что я не англичанин, нихера. Я вообще подумала индус сначала. Все, постараюсь кишевать тоже не буду. Кишевать, блин. Кирпичный язык, блин. Ёб твою мать, да как они быстро тут появляются? Ха-ха, и чё ты думал? Ой, твою мать! Он мимо прошел, он ушел в лестницу, он просто в лестницу прошел. Хер с ним. Ой, еще один. О, господи, боже мой. Твою мать, он пришел, это другой, все, я закончила. Саня, обернись. Да ладно, это жопа, пацаны, они меня пристегнут, я просто ухожу. Откройся, дверь! Я успел воскреснуть, поэтому... Да они лошары, они вон, смотри, они втроем еле-еле нас вытянули. Раскидал. Они воскресили среднего. Ты одна. Убегай. Забирай одного, уходи. Да ёб твою мать, вонючие двери! Сука, эти двери! Как торнамент, типа. Все, может, нахер свалим, будем ждать, пока его куда-нибудь отнесу. Идеально. Да не, пойдем на Б. О, пришли. А, кто-то вниз ушел. А он шариком кинул. Меня гасит. Душит тебя до конца прям. Бежит тебя. Ага. Спасибо. Здорово, классно было. Прикольно, пацаны. Минус один. Я думала, ты, Саня, для этого спрашиваешь, что у тебя, если вдруг мат будет, вот этот вот болезнь. Тогда бы ты не мог на стримах сидеть. Там розовые. А что за ущемление тогда получается? Я упала. Ой, меня добили. У них двое. Да ёб твою мать, да не то, что ты в руки-то взяла! Да ёб, давай возьми в руки, что надо! Женщина! Я где? Дебилька, убей! Прикинь, он её не видел. Кстати, если что-то по билиратору, можно убить ваншотом. Да? Она просто на ухо ему дышала, да. Там что-нибудь. Это... Я здесь.
Блин, пацаны, сорян, я просто запаниковала, ну бывает. Это женское все. Ну, я с вами гораздо больше делаю, нежели бы я с кем-то другим, это я уже на все 1000% убедился. Так понятно, потому что мы заботимся друг о друге. Да. Жопы прикрываем, хилим. Тащим. Лучше иметь друга, чем друг друга. Разные цели можно будет сдать вот этим. Давай, сдаёт. Хорошо бы его забрать. Идёт ещё один. Да-да. Теперь я пойду попробую сдать. Я с тобой. Блин, да чё гранаты-то не взорвались перед ними? Сзади тебя двое. Ай, красавчик. Двое на крыше. Спустился, это нужно. Не то нажал. Сдаёт. Всё, убегает. Убила его. Красавчик. Блин, и меня убили, все забирают. Вот этот. Ёб твою мать, он все забрал. 16 тысяч у меня. Ой, попал в кого-то, ничего себе. Несет, 16 тысяч на Б. Бегу! Саня, спаси! Я сдала. А вот Райс, красавчик. Вы идите, а я попробую. Не умирай, Пирс! А ты где? А я тут. А ты здесь? Ты как это, сука! Монетки в небе поднялись, монетки, вот, типа вот так вот. Давай собирать их, прыгать за ними. Да давайте я толстого возьму. Окей. Как лихо ты за толстого вписываешься сразу. Обычно все девушки не это, даже не пытаются. Мне уже не это уже попахивает стереотипами. Да, какие-то там. Если что-то там за толстые речи заходит. Слушай. Толстым быть тоже прикольно. Что плохого в толстых людях вообще? Холестерине повышенном. Нет, подожди, мы про здоровье не говорим. Но зато мы знаем, почему хэвики бегают очень тяжело, потому что у них отдышка. Они просто из-за того, что очень сильно на чем-то зацикливаются. Они зацикливаются очень сильно на чем-то, и это... Меня сейчас убьют, Саня. Меня убили. Ой, молодец какой! Какой длинный коридор, чтобы в спину расстреляли. Я подстрелил. Без тебя. Ай, красавчик. Еще один такой же фрукт по коридору. По-моему, вообще пустой. А зачем еще он? Один, Саша, еще подбрал? Один, Саша, еще один. Вижу. Гранату кинул. Тут еще один был. Да, пиздец. А, да. Так, они друг с дружкой встретились. Дать обойму нету. Ну кто? Все, может, хватит, ребят, блин. Пойдем давай. Так я говорю, они как, блядь, озабоченные. Постоянно, блядь, за нами. Куда, в какую игру не придешь, блядь, все на нас. Немножко прожарку им сделаем. Я не пойму, кто забирает. А
вообще ни хера не вижу. Так, эту дверь лучше не открывать. Только, блядь, да как они это делают-то? В голову. Вот это же скотина, которая меня убила, в голову кинула. Надо пацана прикрыть. Ну, тут везде дыры, блин. Тяжело от них. А, перезарядка. Пока живем. У них тут везде дыры, везде дыры. Они везде дыры наделали. Это вообще жопа. Они со всех сторон могут стрелять. Здесь как опасно. Блин, мне хил нужен. Ты живой? Да. Пацана подняли. Все, взяли. Че? Отлично. Просто тупо три хил. Ну, надо, надо уходить, надо уходить, а то они что закидают. Блять, озабоченные. Вот такое место всратое. Извините, я выбрал. Нет, так это этот. Просто сама точка по себе. Надо сюда что-нибудь принести, наверное. Сейчас еще какой-нибудь. Сейчас придут, ага. Кто-нибудь спустился, спрыгнул еще. Все хорошо, все хорошо. Братишка, живи! Надо его поднять, чтобы понять, блин. Бля, тут оранжевые и фиолетовые опять. Все на свете. А оранжевый на этажом выше. Mm-hmm. Не поднимайся, они там разомонтируют. Блин, он опять умер. Саня, ты живой? Не-не, я мертвый уже лежу. Блин, запрыгивай, женщина, запрыгивай. Блять, спину фиолетовый расстрелял под тобой. Не, ну, короче, это нормально там. Не, зря, зря, зря. За тобой прям бежит. А я на этого что, насрана, что ли, типа? Да вы за... Да... Твою мать, а? Да где ты, ёпты? Ай, перезарядка. Сидят. Как не вовремя. Я, блин, знаешь, у меня проблема. Я, короче, перезаряжаюсь все время. Но когда надо, а я ни хера самое, не перезаряжаюсь. Да. Ты ж сюда пойдешь, блядь. Зарядка. Ой, блин! Ну это я зря. Откинем. Все хорошо.